Прокуратура Ленинского района будет судиться с Ульяновской администрацией. Юристы в синих мундирах оспорят решение межведомственной комиссии. Напомню, в конце мая она вынесла непонятное для жителей дома на Карла Маркса 46 решение. Комиссия посчитала, что дом вдруг перестал быть аварийным, хотя ремонт здесь не проводился. В то же время на руках у прокуроров оказался документ об обследовании здания. Согласно ему, деревянные перекрытия, стены и крыша в ужасном состоянии. Собственникам квартир грозит реальная опасность для жизни. Администрация города Ульяновска было принято незаконное решение о невключении данного дома аварийным и подлежащим сносу. В этой связи прокуратура Ленинского района обратилась с административным исковым заявлением о признании решения Межведомственной комиссии от 30 мая 2019 года номер 40 незаконным и возложить обязанность администрации рассмотреть вопрос о признании данного дома аварийным или подлежащим сносу. Напомню, весной этого года наша съемочная группа уже выезжала на дом по просьбе его жителей. Люди продемонстрировали обрушение в жилых помещениях, а еще многочисленные протечки кровли и гнилые полы. Комитет ЖКХ посоветовал собственникам квартир заказать экспертизу, хотя обследование дома уже проводилось. Его результаты были неутешительными. Несмотря на это, коммунальщики приняли абсурдное, по мнению людей, решение. И тогда к делу подключилась прокуратура.